Американский сенат с трудом, но все же утвердил бывшего сенатора Джеффа Сессионса в должности министра юстиции, который также является генпрокурором страны. Он станет главным советником Трампа по юридическим вопросам. За утверждение проголосовали 52 сенатора, из них только один демократ, зато республиканцы кандидатуру Сессионса поддержали в полном составе, против 47. Обсуждение Сессионса было крайне эмоциональным, его оппоненты пытались уличить его в российских взглядах, сам кандидат во время слушаний назвал это дьявольской ложью. На новом посту Сессионс также будет руководить группой адвокатов, защищающих в суде президентский указ о временном запрете въезда в страну граждан семи стран. Я хочу поблагодарить президента Дональда Трампа. Он придерживается принципа верховенства права. Он намерен защищать американский народ от преступности и насилия. Он разделяет идею о законной иммиграционной системе, которая отвечает национальным интересам.